Я по ней скучаю. Я тоже монстр. Я тоже. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я нашел, как мне кажется, очень интересную модификацию. По крайней мере, идея чертовски хороша. Называется она Friday Night Funkin' Static Memories. Воспоминания из помех, или как-то так. Это модификация, в которой бойфренд и гёрлфренд попали в аварию, и бойфренд ее потерял. Она умерла. Нету гёрлфренд. Но теперь он в больнице. Доктор Синпай, значит. Пролог, фаза 1. Короче, поехали. Давайте начнем с пролога. Доктор Синпай помогает ему вернуться к воспоминаниям, потому что у него там... Короче, к жизни как-то вернуться, у него что-то с головой повредилось и так далее. Сейчас будем смотреть. О, это ж Кэрон из Спанч Боба, здорово. Бип-бип-бип. О, они найдут общий язык, я уже вижу, да. Вы на одной волне. Привет, рад видеть, что ты проснулся. О боже, кто ты? Ну, меня зовут Бипи, конечно же, кто еще может быть? Я, так или иначе, я здесь, чтобы убедиться, что ты чувствуешь себя окей. Я не чувствую себя лучшим образом. Чего? Ой, нет, это ужасно. А? Нет, дело не в этом. Нам нужно тебя подбодрить, Стэд. Я не могу позволить моим пациентам грустить не в то время, пока я здесь. Доктор Синпай бы не захотел этого, не правда ли? Я полагаю, у Синпая, кстати, он доктор, оказывается. Вот мы не знали, теперь знаем. Помимо там соблазнения всяких девочек, всяких яндыр, всякие яндыры там бегают, он еще доктор. Одной рукой с яндырами, другой с пациентами. Вот как-то так. Рада видеть, что мы на одной и той же стороне. Что делать, что делать? Я знаю! Почему бы нам не спеть вместе? Спеть? Спеть. Здесь? Да. Ну, то есть... Но ты же знаешь что, почему бы нет? Я попробую. И это будет здорово спеть после всего происходящего. Замечательно! Я могу так, сделать музыку, а ты, бойфренд, будешь подпевать. Как же я воодушевлю. 3, 2, 1. Ну, поехали. О, боже. Ну, в принципе, для чувака, который только что с больничной койки и перевязанной головой. Это неплохо. Ой-ой-ой. Слушай, прикольно. Очень прикольно звучит, кстати. А ты вообще в курсе, что Girlfriend погибла? Ну, это если верить описанию мода на этом самом. На этом самом, на сайте. По-моему, ему, судя по веселости этой песенки, он не в курсе. Слушай, вообще классно звучит. Мне очень нравится. Кайфово. Ну тут нормальный такой туториал, да? Я думал, полегче будет, на самом деле, для больного человека. Мне нравится его, как вот это, как он руки расставляет. Только вот, знаете, робот наш какие-то очень странные звуки издает. Так. Попадаю. Удивительно, но попадаю. Слушай, вообще офигенно звучит, а? Мне прям очень нравится. Шикардос, чё? Чё тебя подзаклинило маленько, а? Вправьте ему там. Фаза 1. Доктор, медицина, вред. Ну поехали, Синпай. Сейчас Синпай нам будет рассказывать. Как мы тут, чё мы? Ух, нифига. Даже больницу прорисовали. Смотрите, это мамаша Хекса, по-моему, сидит. Бойфренд. Итак, штаны подтянул. Как это было все? Бип-бип. Все прошло великолепно. Ты замечательный певец, бойфренд. А, спасибо, Бипи. Доктор, открывай дверь. А? Здорово, доктор. А что такое грустный? О, Ты не должен быть здесь. Кто оставил здесь монитор кардиограммы? Блин, клянусь богом, я же им говорил. Слушай, я скоро вернусь, чтобы проверить тебя, прежде чем мы тебя выпишем. В то самое время, пока это не произошло, держись, окей? Ну, конечно. Замечательно. Ну вот, утащил моего кореша. А я с ним такие галюны ловил классные. Что? Что-что?
Что-что? Что случилось? Что произошло или что-то? Эй, спасибо, что подождал. Извини за все это. В общем, тут персонал, они загружены работой. Ну, так или иначе. Давай начнем, не правда ли? У нас осталось проверить несколько вещей. В первую очередь, давай обсудим, как себя чувствуешь. Я понимаю, что ты прошел через многое за последний месяц. Я просто хотел бы убедиться, что... Месяц он тут лежит уже. Что стресс не вызвал ничего ухудшения какого-то. И что все твои медицинские показатели работают как надо. Если беспокоишься, дай знать. Как думаешь, сможешь? Звучит неплохо. Какого хрена? Интересно. О, все, крыша поехала уже. У него уже едет крыша. Он уже теперь вместо доктора видит Лемон Демон. Прекрасно. Да, ты там ты как конкретно башкой-то ударился, однако. Так. Ну и? Может, мы начнем? Это такой трек, да? Не-не-не, там на заднем плане что-то разгоняется. Слушайте, тут я такой, тут прикольные ремиксы оригинальных песен. Ну это интересно, кстати. Потому что вот первый трек мне прям очень зашел. Ну реально классно же, да? Автор этого мода очень хороший ремиксер. Ремиксер хороший, понимаете? Так, ну это будет несложно явно. Это явно будет несложный трек. Справимся по-любому. Ну больного человека нагружать это же. Класс. Мне нравится. Вообще кайфово. Блин, ты чё? Доктор, ты что мне дал? Ты что за таблетки вы тут раздаете, а? Доктор, промывание желудка, жопу, всего на свете сделай мне. У меня начинаются проблемы. Серьезно. Сделали тут из меня овощи, блин, в этой больнице вашей. Все уже, фантомные боли какие-то пошли. Да что это в самом деле? Ну вот. Па-п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 а
Alright! Как я не знаю, диджеи в электронной музыке какую-то хрень там спразднуть, или, знаете, между паузами. Та-та-та-та. А, кого обнимаем? Кого обнимаем? Синпая? Ну, у него, кстати, да, он может и согласиться. У него даже на докторском его блокноте сердечко нарисовано, поэтому. И даже вот эта штука у него с сердечком. Но он вообще, он такой, любвеобильный. Поэтому ты сильно руки-то не расставляй, он поймет буквально. Лемон-демон сзади на картине нарисован. Давно нет, я не знаю, я только сейчас заметил. Ладненько. Итак, из того, что ты мне рассказываешь, некоторые симптомы по-прежнему присутствуют. Но вообще-то я не думаю, что нам нужно что-то менять. Касательно твоего состояния, ты сказал, что мысли у тебя какие-то задымленные, верно? Ну да, типа того. Я не знаю, честно говоря. Они как будто бы, ну, что-то с ними не так. В общем, это сложно объяснить, я буду честен. Ну, это стоило ожидать. Нам по-прежнему нужно убедиться, что ничего серьезного. И будь в безопасности, и давай еще несколько когнитивных упражнений. Когнитивных упражнений? Это что такое? Не-не-не-не, не важно. Это будет не жестоко. Не волнуйся, ничего сложного. Я просто несколько слов, фраз скажу. Это мне ответишь их. Звучит здорово? Да, я могу. Отлично, давай, начнем. 3, 2, 1. Так, сейчас не музыка будет, сейчас будут слова и фразы или что? Так. У бойфренда лицо какое-то растерянное. Мне кажется, он не повторит слова и фразы. Так. Это тоже ремикс старых синпаевских треков. Ну классно вообще. Классно это все сделано, прорисовано. Прямо автор хорошо подошел к вопросу. Тоже мне нравится, слушайте. Прям все шикардосные такие ремиксики. Один трек качает больше, чем другой, прям. Я не знаю, что выбрать.
На себе, папа. Да куда ты гонишь так? Я больной человек. Пощади меня, сраный ты сенпай. Что ж ты делаешь со мной? Куда же столько стрелочек? Я только что из комы. Ну в конце концов, мы недавно, блин, знакомы. Прекрати это делать уже. Я вообще сейчас просто лягу и усну. Пошел ты нахрен. В конце концов, сейчас я победю и, короче, или блин, сосну. Не знаю, тут варианты такие. Пи-па-пу-па, пи-пи-пи-ри-ри-пи-пи-пи-пи. Уу! Па-па-ра-па-па-па-па! Па-па-па-па. Не знаю, почему-то я люблю подпевать Friday Night Funkin'. Люблю подпевать. А я знаю, что вы тоже очень любите, когда я подпеваю, потому что я подпеваю просто идеально, на самом деле. Поэтому, как это можно не любить, я не знаю. Поэтому все нормально. Ой, я скатываюсь в говно, блин, вообще. Я не понимаю, как это еще. Да что ты все... Фух, нормально. Протянул. Я думал, мы уже проиграем, если честно. Я думал, что ни хрена себе ты, конечно, проверяешь когнитивные функции, нахрен. Это когнитивные функции для космонавтов или для кого, в конце концов? Ты полегче с функциями, с когнитивными и со всеми делами. Чувак. Ну, хорошие и плохие новости у нас, да? Хорошие новости в том, что, по крайней мере, из того, что я могу сказать, то, что ты описываешь, вот эта вот твоя задымленность мыслей, она, в общем-то, не мешает твоей способности адекватно функционировать. Но, разумеется, я не могу быть абсолютно уверен без последующих тестов. Но пока что, по крайней мере, я могу определенно сказать, что ты будешь в порядке. Тем не менее, что? Меня по-прежнему беспокоит, что это происходит. Даже если это кажется как будто бы, ну, ничего особенного, через какое-то время данная аномалия может превратиться в нечто более худшее. Поэтому я немножечко в растерянности. Твои медицинские показатели, тем не менее, работают адекватно. И... Может быть, это не из-за этого определенно. Плюс травма головы, которую ты получил во время аварии, она продемонстрировала, что у тебя нет никакой заторможенности. А, кстати, да, хотел спросить, а травмы головы не приводят к появлению лемон-демонов так рандомно? Вот мне кажется, это немного подозрительно. Есть что-нибудь, что ты мне не рассказываешь? Ну, что вы имеете в виду? Ну, типа, может быть, есть еще что-то, что тебя беспокоит? О, малыш! Ты ж знаешь, он обо мне узнает, верно? Как он может не узнать? Блин, мне его жалко. Не, ничего не могу придумать. Извините, я просто так же в растерянности, как и вы. Ну, ладненько тогда. Мне просто осталось еще несколько вещей проделать, прежде чем мы тебя отпустим. И ты сможешь отправляться. Отправляться в мою жопу. Ты дурак? Чё ты несёшь? В какую твою жопу? Эй, малой, ты здесь? Ты не уйдёшь из этого места. Как только они узнают обо мне, ты будешь тут навсегда. Но эй, удачи тебе! Окей, в первую очередь. Охренеть. В первую очередь, ребята, кто-нибудь противолимонно-демонные лекарства мне выдайте. Так, ну-ка. Это трек уже этот самый. Спирит или как он там называется? Вот этот вот трек, это когда сенпай превращается в облако геморрагиальной дресни, правильно? В демоническое такое. Так. И тоже это круто звучит, слушайте. Биты такие хорошие прям. По-моему, блин, ну слушайте, шикардосная. Шикардосная модификация прям. Мне нравится. Да что ж такое косой? Оу! Вот это меня постоянно вот тут заставляет подусираться немного, сенпай. Если у меня стрелочки переворачиваются, как называется этот синдром? Как это называется на медицинском, на латинском? Стрелочку с переворачивайтус, да, или как-то так? А у меня стрелочку с переворачивайтус в первой степени, надо что-то делать, пока в третью не переросло. Давай, помогай. Помогай мне, а, сенпай. Лимонно демона видимус. Лимонус демонисимус у меня еще тоже. Лимонус динамисимус, демонисимус и стрелочку с переворачивающейся, понимаешь? Надо что-то делать с этими заболеваниями. Что там в твоем этом сраном писульке твоей написано там в блокноте по этому поводу? Сердечки ты ставить умеешь, а лечение адекватно проводить, нет? Так. Не знаю, зачем это сейчас было, но это просто, да, это просто душа поет, понимаете? Ой, кстати, у него там это, рожа такая стрёмная у сенпая внизу, между прочим.
на вот этой полосе. Ну все, мы прошли, получается. Мы прошли пролог и прошли первую неделю. И между прочим, на сайте, где я скачивал, было написано, что игра эта будет обновляться в дальнейшем. Опа. Это, наверное, все. Нам теперь нужно просто заняться бумажной работой, дать тебе на подпись, и ты можешь отправляться. А? Подождите, я могу уйти? Да, ты можешь уйти. Это буквально вот для этого же мы все тут и затеяли, помнишь? Просто... Правда? Вы уверены, что ничего больше нет? Ну, из того, что я знаю, все в порядке. Ну, разве что ты что-то забыл упомянуть. Не-не-не, я ничего не забыл. Просто, блин, я здесь был больше месяца. После всего произошедшего я просто думал, что это новое нормальное состояние. Да, это я могу понять. Многие из моих прошлых пациентов, которые, в общем-то, испытывали подобное, тоже не могли долго примириться с идеей, что нужно уходить. Быть в больнице так долго, и ты привыкаешь, заставляешь себя чувствовать, и тебе кажется, что ты никогда не выберешься. Это может быть несколько даже как-то сюрреалистично, нереально восприниматься, когда приходит время, чтобы ты действительно был выписан. Да ладно. Но так или иначе, мне нужно, чтобы ты запомнил вот эти формы, прежде чем ты сможешь уйти. Ладненько, дайте секунду. И, между прочим, вместе с этим, после этого ты можешь уходить. Если какие-то из твоих травм дают тебе какие-то проблемы... Возьми болеутоляющих, но используй их с умом, окей? Понял, и спасибо вам, доктор. Харт, доктор Чарльз Харт. Вы шутите? Нет, я не шучу. И да, я слышал все эти шутки, которые вы только сможете придумать. Ну, доктор, еще разок, спасибо. Я могу сказать, что вы очень много сердца вложили в свою работу. Ах ты ж маленький пранкер. Извините, это было плохо. Да ладно, я не против. В общем, буду отправляться. Давай, переодевайся. И одна из медсестер придет. Оу, переодевайся, медсестра придет. Это хорошо. Лила сказала, что она позволит тебе остаться с ней, пока ты не определишься. Так что дам ей знать, когда будешь готов. Спасибо за все, чувак. Нет проблем. Береги себя, бойфренд. Дверь закрывается. Ну, чё? Чё ты мне там трындил? Не выпишут тебя, не выпишут. Соси болт! Серьезно? Вложил много сердца в свою работу? Это лучше твоя шутка, да? Алло, привет! Ты здесь? Персона тут есть какая-то внутри, а? Алло! Тык-цык! Это самое. Оу-оу! Щёлк-щёлк! Ты мог бы заткнуться, лимонный чувак? Чё? Ты меня целый день игнорировал, мудак. По крайней мере, мог бы быть вежливым. И, кстати, меня зовут Лемон Монстр, между прочим. Не Лемон, чувак, бойфренд. Слушай, у меня нет времени на это. Ты же знаешь правила, и я знаю правила. Ты, Лимонский, твоя срака, меня не беспокоишь. А я, бойфренд, продолжаю жить свою жизнь. Видишь, я ж просто. Да клянусь богом, я как я вообще, блин, так долго с этим мирился. Ну, я имею в виду, ты обычно просто тусил с этой твоей леди-подругой. Чувак, она выглядела такой сочненькой. Да... Полагаю, то, что я обычно делал, не так ли? Я по ней скучаю. Я тоже, монстр. Я тоже. Так или иначе, нам, наверное, стоит уходить. Блин. А я уже начинал присматриваться как к новому дому. А я не хочу слышать ни хрена от тебя с тех пор, как мы уйдем из комнаты. Окей? Заткнись. Ладно, я буду тихим. Счастлив, малой? Я перенасыщен счастьем. Да, ребят, скучают они по Герфунд, это так печально на самом деле. Мне вот только вот, знаете, теперь интересно. Он до ее смерти начал видеть вот этого вот. Вот этого вот чувака. Или это уже после, как посттравматический стресс привел к тому, что ему нужно было с кем-то, какой-то частью отдельной своей личности как-то общаться, чтобы не сойти с ума. Вот непонятно тоже. Ну, в общем, вот так вот, да. Модификация будет обновляться, по идее. Будут еще следующие фазы. Мне очень понравилось, поэтому я не знаю, как вы, а я буду ждать. Если вы тоже будете ждать, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.